Ситуация в нашей науке и нашем образовании за последние 20 лет многими характеризовалась как катастрофическая. И во многом основание для этого было. Действительно, если в советское время, особенно в 50-е, 60-е годы, наша система образования и науки считалась образцовой в мире, и нас копировали, Советский Союз копировали везде, включая Соединенные Штаты Америки, после спутника там просто началось копирование наших образовательных систем, стандартов и так далее, то в последние 20 лет, во-первых, разрушалась та система, которую копировали, и, во-вторых, мы сами стали копировать те системы, которые раньше копировали нас. Мы в 90-е годы потеряли в науке и образовании то поколение, которое должно было составить честь российской интеллектуальной элиты сейчас. И поколение это в значительной степени не пришло и в научные и учебные заведения. То есть часть уехала, составила честь зарубежной, прежде всего западной науки и образованию, а другая часть не пришла. Поэтому, да, во многом то, что произошло, совершенно катастрофично. Мы потеряли значительную часть научного потенциала. Достаточно сказать, что только тиражи научных журналов у нас за 90-е годы упали в 15 раз. Посещаемость научных библиотек в 20. И это не только интернет, который изгнал людей из библиотек и научных журналов. Финансирование было исключительно низким, и в последние годы мы только начинаем выходить из того глубокого кризиса, в котором российское образование и наука оказались в 90-е. При этом я не склонен рассматривать вот нынешнюю ситуацию как абсолютно катастрофичную. Да, проблемы есть, но на самом деле эти проблемы очень разные на разных уровнях образования и научной деятельности. Если мы посмотрим нашу систему дошкольного образования, а в соответствии с законом образования это теперь образовательный уровень, то мы обнаружим вообще мало стран, где этот уровень существует. И поэтому с точки зрения дошкольного образования, я считаю, у нас большие достижения. Но есть и большие проблемы. Проблема номер один заключается в том, что вот сейчас как раз вырабатываются образовательные стандарты, и они уже обнародованы, и мы намерены тоже принять участие как комитет в их обсуждении. Не все там устраивает. Надо будет внимательно это глядеть. Стандарты, в принципе, нужны. Единственное отличие от стандартов других уровней заключается в том, что там не будет контроля. То есть не будет экзаменов, которые не будут сдавать дошколята. Что касается нашего школьного образования, то по всем мировым сопоставлениям начальное образование в Российской Федерации просто замечательное. Мы до сих пор входим в тройку-четверку ведущих государств вместе с Гонконгом, Сингапуром, Финляндией. Наше образование в средней школе, в основной школе, от 5 до 9 класса, остается достаточно на высоком уровне. Мы входим в десятку, двадцатку точно по различным сопоставлениям, пропуская вперед еще и страны Восточной Азии, где всегда были сильны конфуцианские традиции образованности, культа образованности. Мы проседаем в старших классах, 10-11, и связано это с тем, что из-за той системы ЕГЭ, как она существует в настоящий момент, слишком большое количество детей перестают учиться по тем предметам, по которым они не собираются сдавать ЕГЭ. А напомню, можно закончить школу, сдав только два единых госэкзамена по русскому языку и математике, тогда как изучается 11 предметов, что само по себе абсолютно неверно. И здесь, вероятно, выход из положения должен заключаться в совершенствовании системы единого госэкзамена. Что касается нашего высшего образования, здесь мы в первой тридцатке на уровне бакалавриата, который сейчас становится на ноги на уровне специалитета, и мы очень здорово проваливаемся на следующих уровнях, на уровне магистратуры и на уровне аспирантуры.
Потому что ну, магистерский уровень – это то, что сейчас, в общем-то, только в последние годы начало формироваться. А аспирантский уровень – это то, что традиционно рассматривалось как уровень неучебный, как уровень, когда просто сдают кандидатские минимумы и пишут кандидатскую диссертацию. Тогда как в развитых странах аспирантура – это тот уровень, где самые лучшие преподаватели учат самых лучших студентов. И именно здесь достигается серьезный отрыв по подготовке кадров высшей квалификации. Закон об образовании вводит аспирантуру сейчас как третий уровень высшего образования и создает соответствующие условия, чтобы появились стандарты, по которым можно было бы продолжать учебу, что позволило бы действительно готовить кадры самой высокой квалификации.